В Древнем Риме была такая поговорка: для того, чтобы судить о человеке, нужно самому побыть в его ботинках. Ночь опустилась на Киев. Шел сильный снег, а я все гулял и прокручивал в голове события сегодняшнего дня. Все началось утром, когда жизнь еще имеет хоть какой-то смысл. Я решил пропустить институт и отправился прямо на студию звукозаписи. Казалось, это обычный день, но на самом деле сама судьба уже неслась мне навстречу. Наверное, вот так же, сойдясь где-нибудь в океане, осветят друг друга огнями два океанских лайнера. Спасибо. Мне туда. Мне тоже. Все хорошо. Это такая неожиданность. Я люблю вас, Лена. Что это ты на вы перешел? Я тебя тоже люблю. Там, где любовь. Там, где любовь. Подожди. Там, где любовь. Если ты меня любишь, значит, мы погибли. Я же джентльмен. А значит, должен заботиться о твоей безопасности. А твой муж, он бандит. И что? Это былые времена. Я, блин, вчера Авдеенко встретила на Лукьяновке. Мы полчаса проторчали, проразговаривали. И что, всем все равно, понимаешь? Лучше скажи мне еще раз, что ты меня любишь. А когда ты это понял? Помнишь, мы были на вечеринке у Аверчука? Ну вот, ты потянулась тогда за бутербродом, а у меня аж дрожь по спине пошла. Я тогда еще насыпал себе соли прям в вино. Пришлось говорить, что я всегда так пью. А теперь, когда я с кем-то встречаюсь из наших знакомых, я всем говорю, что я всегда так пью, что я сыплю себе соль в вино. Денис, ты такой милый. Как ты мужа называешь? Мишей, как еще? Значит, ты меня Мишей зови. Все проблемы, они же из-за имен. Еще никогда я не был так счастлив, но страх расправы уже не давал мне покоя. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь. Слушай, а тебя Андрюсик не приглашал завтра в мафию играть? Да, я иду. Я ему смс-ку только что отправила, чтоб нас за один стол посадили. Там-то и увидимся. Вот, блин, это теперь не идти придется. Значит, я сяду рядом с этой Олей и скажу такой
А, это корова здесь, когда ты придешь. Так, чтобы все услышали, ну как бы так, типа, сквозь зубы. Но это все только ради конспирации, естественно. Ради конспирации, да? Знаешь что, пошел к черту ты и вместе со своей конспирацией. Хорошо? Лен. Отлично. Лен! Лена! Дебил! Дебил? Конспирация. Многие из вас могут подумать, что я трус, что я смолодушничал. Но это от того, что вы никогда не слышали Лениного мужа. А теперь я тебе скажу, что ты должна делать! Это я воспитываю своего сына! И я решаю, кем он будет, и когда, и во сколько он должен приходить домой! В Древнем Риме была такая поговорка. Для того, чтобы судить о человеке, нужно самому побыть в его ботинках. Там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь.